здоровья. Мы сегодня последний дошкольный день. И я хочу показать вам, как мы успешно, очень даже успешно готовимся к этому дню. Пожалуйста, для своих зверяток, чтобы они отдыхали после интервью этого фильма, я построил специальный корабль, который вооружен всем самым смертоносным и защищен всем самым крепким. Ну расскажи, что это за корабль, как он устроен? Это корабль. Называется он «Крепость 11». И здесь вот, на самых интересных работах, назначены Кряка, Парно и Дракоша. Кряка, вот здравствуй, это он. Он занимается тем, что он смотрит вдаль. Вот я вам покажу. Смотрите, как раз у него сейчас пост. Так, то есть он вперед смотрящий. Да. Какая перед ним задача стоит? Перед ним сейчас стоит задача. Перед ним сейчас стоит задача найти Средиземное море. Так. Найти Средиземное море, потому что оно близко. Ну и вот. В этом фильме принимали участие Ксения Трофимова, Ярослав Крупник, я, и Игорь Крупник. Конечно же, мои зверятки. Ну и, как бы больше никто. Привет, как дела? Хорошо. Покушал? Да. Вкусно? Да. Что кушал? Сырники с вареньем. Да? Да. Ну, давай маму целуй. Я дюка, а ты блюнтя ты. Мама, дюка, давай, не желай спокойной ночи. Спокойной ночи, мне дюка. Спокойной ночи, блюнтя. Ярка, идем. Пора укладываться. Давай игрушки приберем, да, вот не разбросаем в разные стороны, а все-таки приберем. Итак, доброе утро. У нас на дворе 1 сентября 2014 года. Ярослав собирается в школу. Ну и по этому радостному событию мы решили еще взять интервью у его друзей. Сегодня мы говорим с Ману, обезьяной. Это, знакомьтесь, это орангутан, американская обезьяна, которая жила на самом деле у серба. Ману по-сербски обезьяна, а фамилия у него Чао, Ману Чао. Так. Ну, по-сербски обезьяна? Ну хорошо, берите интервью, Ману, я не против. Здравствуйте, Ману. Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо. Ну рассказывайте, что вы думаете по поводу того, что Ярослав идет в первый класс? Я думаю, что это прекрасно. Да? Мне кажется, вы спите. Это вот прям настолько прекрасно. Браво!